Парнас в поисках избирателей заигрывает с нацистами. Председатель партии Народной свободы на своей странице в Facebook заявил, что поддерживает одного из лидеров казачьего общества Владимира Мелехова. Михаил Касьянов уверяет, Мелехова преследуют по сфабрикованному правоохранителями делу. Лидер Парнас пообещал, что как только его партия сформирует свою фракцию в Госдуме, он незамедлительно заставит власти прекратить произвол. Итак, Мелехов – это доверенное лицо Парнас. Он создал и содержит два музея казачьей славы – на Дону, в станице Иланской, и в Подмосковье. Там формируют свое представление о русском казачестве. О каких же музеях идет речь? В начале августа Мелехов открыл мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками». В центре 4-метровый бронзовый памятник атаману Петру Краснову. Тому самому, который в годы Великой Отечественной войны преданно служил гитлеровцам. Краснов уверял, что воюет против коммунистов и евреев. А в его обращении 41-го года есть слова, я сейчас их процитирую. «Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру». Почему-то Гитлера он через «Х» произносил. Ну да ладно. Также он руководил формированием из иммигрантов и военнопленных. Многие из них прославились участием в карательных акциях против партизан и мирных граждан.